Привет, guys! Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре будет BMW 540 2018 года, как и обещал. Помогать мне в съемке будет сегодня Димка. Он уже вот спереди здесь занимается. Привет. Дим. Привет. Что мы делаем, ребят? Мы сейчас хотим осмотреть BMW 540 2018 года, у которой повреждения. Якобы она утопленник. Вот сейчас Дима хочет прокрутить двигатель. Мы его уже проворачивали, чтобы показать вам и клиенту, что этот автомобиль списали, да, то есть смотрите, двигатель у нас прокручивается, все хорошо. То есть есть компрессия, да, то есть ты чувствуешь, да. Ребят, ну компрессия есть, все есть. Как бы здесь, как вы понимаете, автомобиль просто списан. Все, Дим, давай пойдем смотреть дальше. Поднимай заднее сиденье. Покажем, что там. Итак, ребят, представляем вашему вниманию BMW 540. Давайте я вам покажу, что у нас попереду, пока Дима там снимает. У нас, смотрите, вот в таком вот состоянии полностью фары. Здесь нет нигде ни капельки присутствия воды. Просто туманочки. Вот так вот выглядит передний бампер. Данный BMW приобрел один из наших постоянных клиентов. Человек, который понимает в автомобилях полностью все. И вот сейчас мы будем его отправлять. Сейчас мы показываем, рассказываем, что с ним и как с ним. То есть те из вас, кто хочет приобретать такие автомобили, на страховых аукционах Копарта AI. Ребят, вот здесь все. 7 Motors или плюс 1-267-632-4774. Вайбер, WhatsApp. Пишите, звоните. Полностью целый автомобиль визуально. Якобы утопленник, но мы осмотрели все. Здесь у нас нету никаких подтеков, ничего, да, то есть не видно присутствия воды. Здесь, под сиденьем, вы видите, да, как, в каком состоянии все. Сейчас перейдем туда, я вам покажу. Покажу коннектора, мы снимали коннектора. Обратите внимание, вот, сняли коннектор. У нас все хорошо, нет никаких присутствий влаги. Здесь, под сиденьем обычно ржавеют у нас болты или что-нибудь такое. Здесь, видите, да, то есть все хорошо, все чисто. Единственный момент, здесь сразу забегу вперед, у нас якобы залита вода в подстаканнике и залита вода на переднем, в передние, ну, ноги водителя. Нет. Так, смотрите здесь, багажник мы приоткрыли, вот, здесь нет каких-то блоков, их сняли, здесь вы видите, ну, нету никакой воды, присутствия здесь не было воды, точно так же здесь все сухо, долезли до блока предохранителей. Все в хорошем состоянии. Закрывайте. Сиденье. Покажи сиденье. Переверни. Сейчас вам покажем сиденье, как оно выглядит. То есть здесь это все сухое. Непонятно, почему оно темное. То есть якобы что-то должно быть мокрое, но оно все сухое. Но визуально смотрится, как будто влага, да? То есть, но влаги там не было. Поэтому что вам сказать. Ребят, кстати, разговаривая с заказчиком этого автомобиля, Павел, привет. Павел сказал, что, ребят, если кому-то интересно приобретение даже данного автомобиля, пишите, звоните, он все рассчитает, все расскажет и все покажет. Номер будет его в описании под данным видео. Поэтому, ребят, можете связываться, писать, звонить. Просили не ставить бустер, мы его не ставим, чтобы ничего не замкнуло, если кто-то что-то снял специально. Sport Line, вот такая вот комплектация. У нас 7 месяц, 17 год. Есть люк. Черная на черном. Дим, ковров нету сзади вообще, никаких в багажнике нет? Нет. Здесь также вы видите, ковров нет у нас. Вот так вот выглядит здесь все. Черный потолок. Вот такая вот крыша. Вот здесь. Давайте я вам покажу подстаканники. Кстати, обратите внимание, здесь у нас также вот прикуривается, нету ничего. Ничто не показывает, не говорит о том, что тут была вода. То есть, как бы я не вижу, что была вода. Здесь также, обратите внимание, здесь болтики не ржавые, ничего не ржавое. Но вот здесь вот чувствуется влага. И что меня смутило, это вот здесь. Почему я сделал вывод, что здесь списали этот автомобиль? Только из-за того, что, смотрите, вот здесь была вода. Откуда она взялась, непонятно. Но она здесь была. Скорее всего, кто-то не мог выплачиваться и... Или надоело выплачивать. Залил ведро водички. Как это делают в Америке. Ты же платишь страховку. И все. Вот подстаканник такой
здесь выглядит, да, то есть вы видите. И подстаканник этот, бардачок сам. Нет никаких моментов, говорящих о влаге. Здесь у нас все сухо, все в хорошем состоянии. Сейчас пройду на ту сторону. Опа. Поэтому, ребят, опять же, кому интересен такой автомобиль, интересен этот автомобиль, пишите, звоните. Либо мне, либо Павлу напрямую. По фонарям, да, обратите внимание. Фонари у нас полностью в хорошем состоянии, нет никаких моментов. Дополнительная фотография есть у Павла. И если вам кому-то необходимо, он вам все это предоставит. Спортлайн. Нет никаких царапин, нет никаких вмятин. Автомобиль грязный из-за того, что его везли с аукциона. Вот так вот это все выглядит. Сейчас закроем. Дим, убери, пожалуйста, здесь. Закроем капот, покажем перед, как. Нет заглушки, кстати, вот этой. Диски в хорошем состоянии. Какая здесь у нас резина? Давайте посмотрим. У нас здесь 18 резина, 245, 45, 18. Резина в хорошем состоянии. Закрывай плотно. Вот так вот выглядит передняя часть автомобиля. Сори, против солнца, я понимаю, но есть как есть, она не передвигается. Парни, поэтому опять же, вот такой вот кратенький небольшой обзор BMW 540 с аукциона Копарт. Опять же, я надеюсь, вы все поняли, что это списанный автомобиль. Павел сказал, что он уже рассчитал все. Поэтому, опять же, все пишите, звоните, если кого-то интересует автомобили из США. На этом мы будем заканчивать наш кратенький видеообзор. И думаю, завтра, послезавтра будет стоять новый роутер. И будем продолжать по-прежнему стримы. Все, всем бай. С вами, как всегда, Владимир Толочка, компания Soul Motors. Ну и Дима. Пока-пока, парни. Всем бай.